Председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров принял делегацию Евразийского банка развития во главе с председателем правления Николаем Подгузовым. Глава Кабмина выразил готовность к взаимовыгодному сотрудничеству с Евразийским банком развития, выразив надежду, что в рамках новой стратегии ЕАБР до 2026 года банк будет стремиться реализовать более крупные проекты в сфере возобновляемых источников энергии, улучшения транспортной инфраструктуры в рамках государственно-частного партнерства, поддержки частного сектора через предоставление льготных средств. Николай Подгузов проинформировал о деятельности банка в Кыргызстане и отметил, что в прошлом году объем операций перешел рубеж в 100 миллионов долларов. Он также отметил, что в этом году банк продолжит фокусироваться на развитии проектной деятельности в Кыргызстане в рамках мегапроекта «Водно-энергетический комплекс Центральной Азии» и «Евразийский транспортный каркас» в области зеленой энергетики, коммунального хозяйства, промышленности и цифровизации. Стороны обсудили перспективы укрепления сотрудничества. По итогам встречи состоялось подписание документов.